знаете, Милич вполне мог этот мяч перехватить, но Ахмедов делает, может быть, голевой пас. Момент, удар и гол. Вот знаете, если бы Милич перехватил этот мяч, он был к этому близок после аута Калешина, мы бы не увидели этого гола. В футболе мелочей не бывает. Чуть-чуть не доработал, чуть-чуть не дотянулся, чуть-чуть не повезло. И в результате соперник наказывает. Есть гол, и очень все в концовке было технично и классно. Вандерсон, 2-0 на 33-й минуте. Ну и Ахмедов, конечно же, профессор. Как сориентировался и как исполнил передачу. Смотрите, моментально оценил ситуацию. Высочайшая культура паса. Ну и тут некоторые претензии, наверное, к Дьякову можно предъявить. Вот Милич не дотягивается, то, о чем я говорил. Ахмедов делает действительно обостряющую передачу. Но не все еще так плохо для Ростова, потому что с мячом-то рядом Дьяков. Ну, вот такое касание. Видимо, хотел скинуть мяч головой своему голкиперу. Мяч попадает в газон. Удобно ложится на правую ногу Вандерсону. И тот, демонстрируя технику, перекидывает мяч через Плетикосу. 2-0. Ну что ж, это уже серьезно. Это уже действительно заявка на победу. Краснодар тем самым как бы всем сигнализирует, включая и столичных армейцев. Мы играем серьезно. Раз есть еще шанс побороться за серебро, будем бороться.